Доброе утро. Доброе утро. Классное название мы придумали. Доброе утро, любимая. Привет, привет. Ждем. Сейчас все присоединятся, желающие. Ну, хотя бы минуточку подождем. А кто присоединяется, напишите, пожалуйста, знакомы ли вы с методикой фейс-культура, чтобы я понимала, какая здесь сейчас аудитория. Это же прямой эфир, это же не какая-то подготовленная лекция, чтобы он был максимально полезен и интересен. И чтобы я понимала, в каком формате проводить. Ознакомительно. Или прям занимаемся как профессионалы уже. Напишите, пожалуйста, знакомые. То есть, если знакомые с методикой фейс-культуры, поставьте плюсик. Привет! Если не знакомые с методикой фейс-культура, то поставьте минус. Я немножечко подожду, потому что я планировала провести больше такое ознакомительное, потому что сейчас новые люди приходят на эту страницу, да, в нашу группу, и я хотела провести такое больше ознакомительное, что такое фейс-культура, то есть познакомиться с этой методикой, показать принципы, на чем мы работаем. Чтобы дальше, например, в этих эфирах, ну, то есть мы планируем регулярно их проводить, эти тренировки, такие коротенькие тренировочки, бодрящие, вот, прям для супер занятых девочек. И чтобы дальше, например, будут уже другие тренера проводить такие же эфиры, такую же рубрику, вот, чтобы они уже... Вам говорят какой-то термин, а вы, ага, я уже знаю, что нужно делать. Ну что ж, давайте начнем. Если вы сейчас сидели так же, как я, то лучше поменять нам позу и сесть на седалищные бугры. То есть мы садимся, но как обычно. Как обычно мы привыкли. Но, возможно, не совсем как обычно. Мы садимся, нащупали наши седалищные бугры, две такие косточки. И методика фейс-культура основана больше на том, чтобы научиться управлять своими мышцами, научиться слушать их, слышать их, чувствовать мышцы и больше на внедрение привычек. То есть не на том, что постоянно, регулярно долбить там какие-то мышцы, заниматься или прочее, там, или месить, не дай бог. Вот. А именно на чувствовании мышц и на осознанности, то есть, как это сказать, внедрение полезных привычек, которые облегчат вам, скажем так, жизнь. Вот. Привет, привет, доброе утро, кто присоединяется. Сразу ставьте плюсик или минусик, знакомы ли вы с методикой фейс-культуры. У нас сегодня ознакомительный такой, ознакомительная встреча. Мы планируем проводить, как сказать, рубрику такую. Да? Доброе утро, любимая. И сейчас мы садимся на седалищные бугры, мы простраиваем наше тело. То есть мы всегда занимаемся в правильной позиции. Мы можем заниматься лежа, мы можем заниматься сидя, мы можем заниматься стоя. Но важно, чтобы наше тело оставалось ровным. Сели на седалищные бугры и немножечко покачались взад, вперед, почувствовали баланс. Почувствуйте, как, когда мы вперед двигаемся, наклоняемся, у нас сразу прогибается поясница, это некомфортно.
Теперь мы двигаемся потихонечку назад. И вот прям аккуратно-аккуратно поймайте тот момент, когда ваши мышцы кора, пресса включились. То есть живот включился в работу. Он начинает держать. Пускай он делит нагрузку вместе со спиной. Не все спине отдаем. Потому что когда мы наклоняемся вперед, заваливаемся, вся нагрузка у нас идет на спину. Потом она страдает. Нам этого не нужно. Давайте распределять равномерно нагрузку. Вот, то есть включили, почувствовали, что у нас мышцы пресса, так немножечко хоп, ой-ой-ой, сейчас мы упадем, сейчас наше тело упадет, и мы ее подхватываем и держим. Вот, это вот это, вот это и называется правильное положение, сидя. Тогда наша спина не будет уставать. Далее двигаемся выше. Ребра мы сейчас просто слегка раз и приподняли. Расправилась грудная клетка, грудь вперед. Плечи провернули вперед, наверх, назад и вниз. Расслабили их, отпустили, все, они у нас сейчас спокойненько висят. Ну, они висят, а они спокойненько находятся на корпусе, скажем так. Дальше самый важный момент – шея, голова. Есть такое у нас выражение, запомните его, если будете приходить к нам на тренировки, в клуб или здесь ли. Запомните это выражение. Активный затылок, толкаем невидимую стену, задвинули ящик комода. То есть, как мы проверяем наше положение шеи? Шея, продолжение идет голова. Голова, продолжение шеи. То есть, мы никогда не закидываем голову. Здесь у нас должно быть 90 градусов. Прям проверяйте, и я настоятельно вам всем рекомендую в течение дня отслеживать, когда у вас будет сильная шея, крепкая, вы не будете уставать, у вас не будет болеть спина, у вас не будет болеть поясница, ну и, соответственно, все вот эти холки и все это вытекающее. Можете встать к стене, прям прислониться, да, то есть прям прислоняемся к затылку, но затылком к стене, но не в таком положении, а именно раз и немножечко подбородком толкнули стену. И вот все время представляете, невидимая стена, и мы толкаем. Отлично, вот, это наше положение, макушкой мы тянемся кверху. Но здесь именно обращайте на три вектора. Макушка, затылок и подбородок. 90 градусов. Можем поставить пальцы вилкой. Поставили, обняли наш подбородок. Большой палец мы поставили на перед ухом, перед козелком уха. Поставили. И немножечко эту ладонь прямую, не согнутую никак, вот она прямая, мы поставили к шее, к основанию. Вот. Все, у нас голова, продолжение шеи. Если ладонь гнется, вы можете поставить телефон, то есть что-то жесткое. И потянули кверху голову, немножечко ее вытянули из нашего корпуса, из нашего панциря. Вытянули немножко. Вот, это истинное положение головы. Когда мы научимся делать эти вещи и следить в обычной жизни за положением, то, поверьте мне, многие неприятные моменты уйдут. И такие, как овал лица, да, ползет, там что-то еще, носогубки и прочее, там брыли. Это все будет, как сказать, не будет уже такой помехой. Потому что все это следствие нашего неправильного положения тела, неправильного положения тела в пространстве. Все, вот, мы простроили себя. А теперь давайте поработаем над осанкой лица. Мы сейчас поставим ладони на затылок. Давайте поставим сначала на затылок. Вот прям ладони поставьте на затылок и попробуйте их смахнуть. Вот смахнуть ладони мышцами, как будто бы вот эти ладони вам мешают, эти руки вам мешают. Попробуйте сейчас их смахнуть. Что вы чувствуете? Обращайте внимание, то есть что вы сейчас чувствуете? Возможно, у вас не будет сейчас ничего двигаться, но вы можете почувствовать легкое напряжение. Например, легкое напряжение за ушами, в районе как раз-таки затылка, где у нас лежат руки.
И вы прям попробуйте, смахиваем эти руки. Какие мышцы включаются, что включается, где напрягается. Возможно, это для вас непривычно. Попробуем еще раз, два, сделаем это в динамике. Три, четыре, пять, шесть. Прям руки мы не двигаем, мы их просто положили, прилепили, они прилипли. А мы их хотим смахнуть, они нам мешают. И прям раз, два, смахиваем их. Три, четыре, пять. Давайте еще шесть, семь, восемь. А плечи-то у нас опущены. И голова продолжает толкать, затылок продолжает толкать невидимую стену. И еще, отлично. Почувствовалось ли здесь напряжение? Послушайте сейчас свой затылок. Почувствовали ли вы здесь объем? Почувствовали ли вы вообще его? Осознавали ли вы затылок свой до этого? Дальше давайте положим руки на голову. Вот прям вот так тоже положили. Положили и тоже пытаемся смахнуть. Нам тоже не нравится, что наши руки здесь лежат. Плечи-то у нас опущенные. И мы толкаем. Уши шевелятся. У кого-то шевелятся уши. Это отлично. Это вообще хорошо, что шевелятся уши. Наталья. Наталья у нас профессионал. Кстати, у меня раньше не шевелились уши. Я всегда студенткой была и смеялась над мальчишками, у которых шевелятся уши. Но это было забавно. И я думала, что это только мальчишки так умеют делать. А потом, когда я начала гимнастикой заниматься, я поняла, что у меня, мне кажется, тоже умеет шевелиться. Так, продолжаем. Мы поставили ладони. И слушайте, мы сейчас пытаемся смахнуть руки. Но при этом мы хотим это сделать лбом, да? Мы хотим брови поднять, хотим лбом смахнуть. А вот сейчас лоб намеренно отключите. Можно даже одну ладонь положить сюда, прям отключить мышцы лба, а одну ладонь сюда положить. И попробовать смахнуть ладонь именно вот этим местом. Прям сейчас мозг, возможно, скрипит и говорит, как это делается, это невозможно. Попробуйте ладонь теперь, вот она у вас лежит, немножечко подвинуть сюда вперед. Вот так. Ну, это я утрированно показываю, но слегка сделали. И теперь попробуем раз ее на место вернуть. Ладонь опять сползает вниз, опять раз, и на место ее вернуть. Ладонь опять сползает, и она не просто сползает, она прилипла к голове, к коже, и она тащит всю кожу сюда вперед. Нам, естественно, это не нравится, потому что здесь некрасиво все. И мы опять раз, и назад ее возвращаем. Опять раз, и назад ее возвращаем. Получается ли, чувствуете ли вы какие-то шевеления под ладонью? Прям это даже не обязательно отвечать, вы просто для себя отмечаете, почувствовали ли вы шевеление. Теперь давайте сделаем то же самое, только мы теперь руки поставим уже на лоб. На лоб мы поставили руки, и они у нас также сползают вниз, а мы их раз. Но смотрите, мы это делаем как бы не бровями, а у нас полностью все здесь работает. То есть мы прям должны почувствовать раз, а ящик комода-то у нас задвинут. И опять раз, а руки опять вниз стремятся. И два мы их подняли, и три мы их подняли. Не бровями, а именно мы прям чувствуем, как у нас под руками работают мышцы. Четыре мы их подняли. Пять мы их подняли. Отлично. Если мы потренировали мышцы лба, то это уже тренировка. Мы их должны растянуть, потому что пика эластичности мышцы достигают в момент растяжения после напряжения. Мы одеваем ободок. Прям вот берем и надеваем ободок. А плечи-то у нас опущены, а затылок толкает невидимую стену. Мы надеваем ободок. Надеваем, а взгляд опускаем вниз. Голову при этом мы не задираем.
И правый глаз смотрит на правое колено, левый глаз на левое колено. Потянули, потянули, почувствовали, как здесь у нас все тянется. Потянули, 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 потянули. Отдыхаем. И давайте еще раз. Потянули, 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 потянули. И отдыхаем. Но это еще не все. Мы поработали с этой плоскостью, скажем так. У нас есть еще и такая плоскость. Давайте поставим руки свои на виски. И то же самое мы попытаемся их смахнуть. Сейчас, возможно, вы захотите пощурить глаза, опять лоб наморщить. Прям намеренно расслабляем, отпускаем эти мышцы. И именно фокус, весь внимание сюда, в пальцы. И прям пытайтесь толкнуть пальцы. Толкнуть пальцы. Толкнуть. Представьте, что у вас здесь такие фонарики. Фонарики, они моргают. Раз, 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 раз. Моргаем, моргаем. Если поставить пальцы и прям слегка-слегка прикоснуться, прям слегка, как будто бы бабочка села на ваши виски, вы почувствуете легкое-легкое шевеление. Прям очень легкое. Если вы пока не чувствуете ничего страшного, достаточно того, чтобы почувствовать напряжение, что там что-то происходит. И еще. Толкаем. 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 Отлично. И вот принцип физкультуры, он основан на том, чтобы мы работали на натянутых мышцах. А как это работает? Например, мы взяли руку и сгибаем ее. Мы просто ее сгибаем, она у нас расслаблена. Мы не назовем, что мы тренируем мышцы, да, мы ее просто сгибаем и разгибаем. Но если мы вытянули руку, напрягли ее, напрягли хорошо, и теперь мы ее сгибаем, почувствуйте, как работают мышцы. Вот именно по такому принципу, то есть мы здесь можем сгибать, разгибать хоть миллион раз, и у нас рука, ну, скорее всего, не устанет, и ничего толка никакого не будет. А если мы в напряженном состоянии поработаем, мы сделали 5-10 раз, все, у нас мышцы устали, мы поняли, что мы поработали. Здесь такой же принцип. То есть мы можем до бесконечности там качать, как это называется, качать лоб, качать там какие-то мышцы. Мы это можем делать до бесконечности, и все будет без толку. И потом сказать, гимнастика не работает, да ну вас со своей гимнастикой. А когда вы делаете это осознанно, чувствуя, ощущая свои мышцы, то тогда вы как раз-таки сделаете меньшее количество повторов, но более эффективно. Поэтому я прям предлагаю взять сейчас и руками потянуть, потянуть, потянуть все мышцы. Вот сюда прям взяли и потянули мышцы, потянули. И как будто бы мы хотим завязать здесь узелок. Потянули мышцы, а плечи-то у нас не пошли за руками. И голова продолжает толкать невидимую стену. Потянули мышцы, потянули, потянули, держим. Запоминаем это состояние. И прямо сейчас можно даже закрыть глаза, чтобы ничто вас не отвлекало от ощущения, от чувствования своих мышц, своего тела. И пытаемся убрать руки, при этом сохранив вот это натяжение, держать здесь мышцы. Убираем руки и пытаемся держать, держать, держать. Но при этом, смотрите, с мимикой ничего не происходит. То есть мы не задираем лоб, там не гримасничаем, а мы просто поднимаем мышцы. Это такой, как это, лифтинг-эффект. Круговая подтяжка тела, ой, лица, простите, и тело уже заодно. Вот, пользуясь которой вы можете, ну, то есть этим, это применять можете в любом месте, там, на работе, в своей жизни, где еще, в транспорте, везде, потому что это незаметно. То есть сейчас можно еще представить, как будто бы на вас надели корону, корону надели, тяжелая, большая, и нам ее нужно удержать, удержать. Опять слушаем, где включаются какие мышцы. Представили, надели корону на себя, можете закрыть глаза, почувствовать себя королевой. Где, какие мышцы включаются?
Скорее всего, вы почувствуете напряжение в висках, за ушами, на затылке. Если вы это не почувствовали, ничего страшного, это вопрос тренировки. Так что добро пожаловать в нашу рубрику «Доброе утро, любимая!» И здесь мы будем какие-то моменты отрабатывать. Подняли, задержали. И вот именно в этом положении мы занимаемся всей гимнастикой. Но мы уже сегодня с вами пообщались 20 минут, поняли принцип физкультуры. Вот на этом принципе будем заниматься дальше. Пишите свои отзывы, свои комментарии, как вам получилось ли почувствовать, не было ли скучно, потому что осознанность это дело такое. Вот. В клубе мы отрабатываем, в нашем онлайн-клубе на тренировках мы работаем именно по такому принципу. На натянутых мышцах сильные крепкие мышцы, простроенное тело, и тогда нам не нужно, как я уже говорила, качать мышцы, мы ими управляем. Ну все, рада была всех увидеть, еще столько много знакомых лиц. Для вас, наверное, это была не новинка. Вот. Все, всего доброго, ждите следующую рубрику. Тренера, заметьте, будут меняться, и будет разная подача. Все, пока!